гвоздики. А я розы люблю. Ну, спасибо, что проведали. Спасибо. О, у нас тортик! Мы на чай, Татьяна Васильевна. Тортик. Ну, ну не пропадать же тортик. Ну, в подъезде доедите. Татьяна Васильевна, а вы все такая же вредина! Руки убери. Что-то я вас не помню. Да как же, Татьяна Васильевна, ну вы же у нас классным руководителем 10 лет были, ну? 10-й Д. А? Выпуск 2004. Да! Колымов! Да! Баранкина! Да, да! Ну твои бараньи глазки я ни с кем не перепутаю. А вы совсем не изменились. Кутиков, противный голос, не разговаривай. Чайку попьем. Ну, Татьяна Васильевна, ну как вы? Как выживаете? Ай, это же ты у доски в четвертом классе описывалась. Да, да. Лужа? Лужа! Вообще-то я Дыкина. Ну, в четвертом классе ты у доски описывалась. Ну, я. Ну, а чего с учителем спорить? Татьяна Васильевна, да, а помните, как мы в четвертом классе всем классом скинулись и вам шарик подарили? Помните? Да, помните? Не помню. Ну, вот же она на вас, ну. Ну, сука, голос у тебя неприятный прямо. Прям как из крана перед тем, как вода пойдет. Фу. Ой, ну вы всегда как скажете. Такие у вас аллегории красивые. Да. Кукушкина? Да. Эй. А скажи, а сколько сейчас проститутки зарабатывают? Не знаю. Ну, не хочешь, не говори. Слушайте, смотря на вас, и вижу, какие вы все солидные. Такие, да? Такие статные. А вот учительница ваша третью зиму в одном плаще ходит. Да. Ой, ну как же мы так? Слушайте, давайте скинемся и купим Татьяне Васильевне дубленку. Да, да, точно, да. Да. Да что там дубленка? Что вы маленькие? Давайте скинемся, я не знаю, подарим ей шубу. О, точно, шубу купим. Все, купим шубу. Давайте. А когда? Ну когда у вас день рождения? Завтра. Ну так прям завтра возьмем и подарим. Ну да, да. А я помню, Татьяна Васильевна, 11 мая день рождения. 11 мая. День рождения. Кутиков. Дуэль с Швайном! Да, ваши уроки немецкого остались в памяти на всю жизнь. Ой, сейчас вот вспомнила, девочка у вас одна была в классе. Вот с тобой, Колымов, сидела на задней парте. А, да. Ага. Да, чесалась все время. А, да, да, постоянно да. Чесалась, что-то ерзала, чесалась. Что с ней? Да, было, да. Ну, так это ж я, наверное. Ох-ох-ох. Встань, деточка, встань, встань с дивана, встань. Встань, ради бога, от греха подальше. Ну, садись. Вот теперь садись. Спасибо. Ну, что ж мы так вот сидим, да? Ну, раз пришли, я пойду тогда чай сделаю. Ну, да, спасибо. Да, может быть, вернусь, чай. А вас уже не будет. Слушай, нахрена мы вообще с ней приперлись? Ну что делать? У вас такой классный руководитель. Ну что, даже голос мой вспомнил. Думаете, она помнит о том случае на выпускном? Да, конечно, помнит. Да явно. Да явно помнит. Конечно, помнит. Что-то я мне котиком, котиком. А вы еще здесь, да? Ну ладно, что ж. Ой, кто будет чай? Ой, давайте я не буду. Мог бы просто вот так повертеть головой. Пейте, пейте чай. Татьяна Васильевна, а? Я вот тут подумал, пришло время, наверное, нам извиниться, да, за тот случай на выпускном. Ну, когда мы вам этого, возбудителя в чай подсыпали, помните? Да, ничего страшного. Я-то ладно. Физрук тоже бог с ним. Вот Виктора Васильевича жалко. От него же жена ушла после того вечера. 30 лет вместе прожили, столько всего пережили, а вот выпускной наш не пережили. Да? Ну, вы на нас не обижаетесь? Нет, нет, пейте чай. Спасибо.
Ой, друзья, я не могу, у меня что-то, знаете, живот прям скрутило как-то. Серьезно? Да, что-то А я, мне кажется, вспотел весь, нет? Да. По-моему. Меня тошнит. Слушай, Надь, ты так побледнела. Да? Капец. Что случилось? Что происходит? Что происходит? Ну... А это прикол такой. Я вам слабительное в чай подсыпала. Капец, где у вас туалет? А туалет для учителя. Гаражи в 300 метрах от дома. Быстро, быстро. С днем учителя! А я прям как чувствовала, что не пью. Я знал, что вы вас сыпете. Вот какая вообще...